Всем привет, друзья мои, добро пожаловать! Сегодня мы продолжаем играть в страшные игры, и Майкл Майерс у нас на повестке дня. Хоть Хэллоуин еще прошел, а в этом году еще не начинался, но тем не менее хотелось бы посмотреть. Ответьте на телефонный звонок. А, есть какой-то звук, да? Нормально, слышно? Слышно, конечно! Здорово, пиздюк! Так, мы типа как бы нянька, сидим с пацаном, потом надо его уложить спать, и все как было в фильме Карпентера. Так, ответьте. Алло. Ну, если бы был, конечно, такой вот украинский дубляж, то это звучало точно так же. Кто-то дышит нам в трубку, и это всегда смущало. Это всегда настораживает, херня вот эта грёбаная. Так, отправь Томми спать. И вот тут как бы, да, думаешь, а где, кто, зачем, что за пранки по телефону в такое позднее время? Так, малой, давай. Все, хватит. Хватит смотреть телевизор на полу. Почему не на диване? Бегом! Побежал. Закройте окна. Тут есть открытые окна? Можно выйти? Слава богу, дверь закрыта. Так, хорош. Нормально. Слушай, а ничего такой домик, да? Что это? Ключ какой-то взял. Какой-то ключик подобрали. А фонарик можно взять? Тут вообще... О, фонарик, привет. Так, еще ключок. Хорош. Окна закрыть, значит, да? Я бы оставил бы на проветривание. Это же Америка, чего бояться? Кто вас будет тут трогать? Все хорошо. Так, дверь закрыта. Ну и нахрен та дверь, спрашивается. Томми! Здоров, пиздюк. Все в порядке? Все хорошо? У тебя окно не открыто здесь? Не, зачем ему вообще окна? Ага! Тихо! Что это было? Какого хрена, гребаные двери! Так, тут мы закрыли, хорош. Все в порядке. Нормальный такой домишко, слушай, все хорошо. У меня есть два ключа, еще два где-то надо найти. Где-то надо найти. Так, вот это уже серьезное дерьмо. Кто там, блядь? Там кто-то есть вообще? Ну, видимо, нет. Так, что, убираем за пацаном? Баночки из фазмы, да, вот эти вот напитки. Пацан уже будвайзером балуется, такой маленький. Доги. Дёгуэ. Дёгуэ. Это, наверное, на французском, наверное, не знаю. Так, телек вырубаем, нахрен нам телевизор. А какие цели дальше? Что у меня осталось? Блять! Придурок! Сука, вот какого хрена ты стоишь? Да, надо чуть потише сделать. Хрена ты стоишь и смотришь в окно. Да, давно мы не видели этого чела в маске. Да начнется игра. Восстанови питание из подвала. Опа. Не, ну нахуй, я не пойду. Я не пойду туда. Я не хочу. Слушай, у меня есть ключ. Что это за звук? Слышно, да? Как будто кто-то, ну, топает. Половицы скрипят, это пипец какой-то, блядь. Это отсюда? О, я открыл. Зашибись. Привет. Блядь, придурочный пиздюк, ты чё нахуй? Ты долбоёб? Ты дебил, скажи мне? Пошел отсюда. Что происходит? Что происходит? Какого хрена он меня напугал, блядь? Сука, я так от маньяка Майерса не пугался, как от этого кретинеллы. О, тут ключи, смотри, я взял ключок. Я взял ключик, хорошо. Так, а где он? Он же вот в его комнате типа была. Мелкий засранец. Вот и сиди здесь. Так, хорошо. Хорошо, что делаем? Восстановим питание, пойдем. У меня есть патроны, кстати, прикинь. Где-то тут волына, наверное, еще есть. Можно выйти через внешку? Не, нельзя, ну и не надо. Сильно мы... А, кстати, наверное, можно. Мне кажется, что, наверное, можно было бы открыть. Так, пошли выйдем, посмотрим, как там делишки. Получается, Майер сходил где-то под домом, но его здесь не видно. И, наверное, это к лучшему. Тут все нормально. Так, номер два. Подходит? Да, а чё же нет-то? Вот, стрёмный подвал какой. Еще какой-то ключ мы нашли с тобой. Стрёмный ключ. Есть что-то интересное здесь. Опять как кроты накакали, бля. А, вот. Все, а ты боялся. Все, мы это дело врубили, можно спокойно выбирать. Да ты издеваешься, что ли, сучёныш? Ну какого хрена? Ну, блядь, а куда бежать? Куда прятаться?
Открывайся, сука! Turn off the flashlight. Нажмите Ctrl, чтобы не дышать. Я не могу долго так не дышать. Надо дышать. Фух. Блять. Нормально. Так, Майерс ушел. Все, дыши, дыши, мать. И она же начинает, понимаешь, она в чем прикол? Она такая... начинает дышать сильно. Я слышу, как он по траве ходит. Я слышу, как он по траве топает. Еба. Так, ладно. Мне надо найти пистолет. Я взял ключ тут. Наверное, какую-то комнату еще мне. Там была, по-моему, закрытая комнатуха. Майерс! Это хуяк по голове и все. Ладно. Слушай, а там же мелкий! Он дома! Убей Майкла Майерса! Двери! Ты че? Дядька, ты вышел, довбоеб? Не надо так делать. Не надо. Мне надо как-то, короче, мимо него пробежать. Нельзя в окно залезть? Ускоряемся! По-моему, он замахнулся. Мне показалось, что он... Бля, он стрёмный пиздец. Все, закрывайся. Так, волына! Волына, волына, волына. Где может быть волына? Наверху где-то. Волына! Где волына? Вот эту дверь мы открывали? Открывай, сука! Бля, падла. Открывай, сука! О! Рожь. Рожь. Что тут? Тут что-то есть? О, волына. Нажмите клик, чтобы стрелять. Я понял, понял. Так, патроны. Я взял там где-то одна пачка... Бля, он, по-моему, зашел. А, не, показалось, как будто дверь открылась. Патрики! Мне нужны патрики! Открывайся, тварь! Патронов нет, блядь. Так, патроны. Может, на полу где-то? Ну, у меня-то есть одна пачка, но мне кажется, на такого здорового ублюдка надо больше, чем одна. Ладно. А! Сука! Нахер! О-о. У-у! Хэдшот, ублюдок, хэдшот! Падла! Нет! Да, до свидания. Так, Тимми! Томми! Хилфигер, блядь, где ты? Блядь! Я случайно пацана не прибил. Подожди, погодь-ка. Тихо. Патроны. Он встал? По-моему, он встал. Патрики, мне нужны еще по... Я понял. Ему это явно не понравилось, то, что происходило. Так, давай поищем патроны, потому что я без фонаря не вижу их. Без фонарика, как без рук. Так, быстро, пока он не пришел. Патроны, патроны, патроны! Нам нужны патроны, где-то должны лежать! А! Ебать, как, откуда он меня ударил? А как он появился-то? Как это работает? Закрывай дверь! Дурная ты башка. Тут есть патроны? Тут патронов нет. Так, я уже истекаю кровью. Майерс! На, надо найти больше боеприпасов. Сука, я уже еле ковыляю, все. Моя песенка по ходу того. Так, ладно, быстро в подвал. Может, я в подвале не заметил где-то. Их в подвале вроде нету. Так, прячемся. Фу, он пока доковыляет. Хотя он уже, по-моему, идет. По-моему, я слышу по шагам, как он идет по траве, значит, он где-то рядом. Так, вырубили фонарь. Ждем его здесь. Он типа придет, посмотрит и, наверное, уйдет обратно. Я надеюсь на это. Мне нужно найти где-то еще пачку, наверное, или две патронов. Получается, на первом этаже нет. Может быть, где-то у пацана, либо там еще одна дверь была заперта. Че, он там стоит, что ли? Так, ну тут нет его. Слушай, а если он мелкого за это самое зарубит? Нифига, я кровью истекаю. Вроде казалось, да, такая простенькая инди-игрушка. Но ну, кровишкой можно истечь. Так, он дома там где-то тусит. Что это? А, это кровь. Здравствуй. Бля, он ковыляет, смотри. Он ранен, ну то есть еле-еле идет. Это прикольно, в том плане, что его можно таки убить. Так, мне надо как-то мимо пробежаться, хотя я тоже ковыляю еле-еле. Слушай, может я тут попробую? Я попробую!
Бля, нет! Не гони, сучара! Бля, он меня убил. Этот сукин сын завалил меня. Ладно. Ладно, ублюдок, я попробую пробежаться здесь. Я чисто, короче, наплевал на него, понял? А, волыны у меня нет, у меня есть пачка патриков. Так, смотрим. Может, они где-то не забаговались, хер его знает. Закрывай двери. Для Майерса это настоящая проблема. Пошли поищем быстренько. Волына лежала в этой комнате. Волына лежала здесь. Так, пикали, может, надо по ящикам как-то пошариться? Я хрен его знает. На полу ничего нет? Вроде нет. Ящики, быстро, пока он не пришел. Полочки. Вот эти все тут до хрена ящиков. Открывай, сука, что ж ты тупишь-то, блядь. Давай вот этот закроем. Кто-то видит патроны? По-моему, он пришел. Если он сюда зайдет, я же отсюда не выйду, наверное, пока его не грохну. Бля, он пытается открыться. По-моему, я слышал, как... Да, он пытался открыть. Нахер! Так, сейчас мы его валим. Падай! Падай, сучара! Ух, хорош. Хорош! Патроны, где могут быть гребаные патроны? Сука. Так, у Томми вряд ли. Тут тоже нет. Остается не так-то много мест. Тут закрыто, но я не знаю, где ключ от этой комнаты. Тут есть патроны? Тут есть где прятаться. Тихонько, спокойно. Так, он зашел. По-моему, он зашел. Че, я зря дыхание задерживал? Так, он по-моему, он свалил куда-то. Судя по звуку, он свалил. Блин, где их гребаные патрики найти? Че за говно? Может, у пацана где-то? Я еще у пацана там не сильно лазил. Вот тут хочу посмотреть. Так. Тут нет. Тут тоже нет. Ему пацан нахер не упал. Ай, блядство, ну что ты будешь делать? Так, давай зайдем к пацану, посмотрим по-быренькому. Может, у него реально патрон где-то? Мелкий! Ладно. Я найду эти патроны. Чего бы нам это не стоило? Он зашел, по-моему. По-моему, он зашел в комнату. Не дышим. Просто не дышим. Понял, Томми? Блять! Я думал, ты ушел! Гнидыч! А, так, с пацаном его закрыли. Его это сильно не остановит, конечно. Так, иду искать вниз тогда. Да что ж за дерьмо с этими патронами, а? Мальчик, ты не играл с ними тут нигде? Патрики, Патрики! Те гребаные патроны, сука. Тут закрыто. Где-то могут лежать, я, понимаешь, в попыхах, в кровище вот пробегаю. И что-то не замечаю их. Тихо, тихо, тихо. Спокойно, бро. Спокойно. Ай-яй-яй, у меня был последний патрон. Что, хочешь вот так вот погонять за столом туда-сюда? Званый ужин тебе устро... Патроны. Ебать, патроны. Я нашел патроны. Так, тихо. Все. На, хедшот. Ай-яй-яй. Тебе что, свечи мои не нравятся? Ни хрена у него там кровище размазывалось. Fatality. Finish him. Fatality. Практически как в Mortal Kombat. Все? Да, судя по всему, едут копы. Мы, короче, Майкла Майерса завалили, и это было охрененно. Тут не было патронов. Я столько раз пробегал мимо, я патриков не видел. А игра Хэллоуин была создана за 13 дней двумя чуваками. Привет, пиздюк! Ты не обоссался? Все нормально? Мелкий. Это Майкл Майерс, да, вот-вот. Поэтому люби мультики про пони и радуйся всему хорошему. Нехрен тебе ночью смотреть ужастики. Я так понимаю, что на этом все.
Есть якобы еще вторая часть Halloween 2 Asylum, поэтому по возможности обязательно посмотрим. С вами был Брейн, спасибо за просмотр, всего хорошего, пока-пока.